В Екатеринбурге в 18:00 на перекрестке Зенитчиков-Палисадная 27-летняя родительница-водительница Лады Весты из-за невнимательности порвала щеку своему 3-летнему сынульке-роднульке. Декорация такая. Веста, пилотируемая дамой-мамой с одним годом водительского стажа за плечами, катилась по Зенитчиков от Братской к Палисадной. На перекрестке с последней весталка попыталась на зеленый повернуть налево, но не смогла. Неожиданно для пилотки и для ее 3-летнего сынульки на заднем сидении в правую переднюю дверь Весты вонзилась четырка, пилотируемая 23-летней женщиной. Теоретически Веста-водка должна была при повороте пропустить весь встречный поток. Но она заявила гаишникам, что в закатных сумерках тупо не увидела темную четырку. Казалось бы, у тебя за спиной 3-летний ребенок, стажа у тебя всего год. В таких условиях нужно как-то особенно внимательно вглядываться в сумерки. Но нет, не увидела. Сама виновница замеса здоровьем не повредилась. А вот ее сынульке-роднульке при боковом ударе порвала правую щеку. И это он еще был встегнут в детское кресло. В итоге малыша увезли на карете в 9-ю детскую клинику. Кроме того, невиновная в этом замесе 23-летняя пилотка четырки сломала левую голень и на скорой уехала в 7-ю горбольницу. Ну а гаишники взывают к автопилотам, особенно неофитам, со стажем менее 3 лет. Будьте предельно внимательны при поворотах и разворотах. Ну а если у вас в салоне ребенок, то вообще пересмотрите свой стиль и манеру вождения.